Приближается самый нежный и весенний праздник – Международный женский день. 8 марта обязательно ассоциируется с теплом, улыбками, красивыми женщинами, комплиментами и подарками. Телеканал «Кызылжар» поздравил милых дам, которые наравне с мужчинами несут службу во благо общества. Дорогие женщины, мы желаем вам семейного счастья, богатства в доме, непревзойденных карьерных высот, чистой любви и запоминающихся жизненных моментов. С наступающим Международным женским днем. На этом наш выпуск завершен. Вашему вниманию поздравительный видеоролик. Весна – это пора чудес. И главное чудо этого месяца – это праздник 8 марта. 8 марта – это Международный женский день, с которым мы вас поздравляем, дорогие дамы. Мы желаем вам счастья, успехов, удачи, здоровья близких и никогда не унывать. Будьте любимы и красивы всегда. С праздником! Зажарю нас на жопу. Визави компания сыня. Визави компания сыня. Там тутаймыз кишигрим болса да, мерекенің алдында аздау сыйлап. Мерекеніңіз құтты болсын. Мынандай тамаша. Бүгін өзіңізге, мынау балаларға сый сияпат деген сияқты. Рахмет. Бүкіл халықаралық мына әйелдер күні. Аналарымызға, апаларымызға, қыздарымызға, өздеріңізге барлықтарына тілейтін болсын. Денсаулық, шаттық тілеймін, шапағат болсын. Дендеріңіз сау тілеймін. Келе жатқан мерекеңіз құтты болсын. Жалпы Қызылжар телеарнасының атынан, Визави компаниясының атынан сізді келе жатқан мерекемен құттықтаймыз. Еңбегіңіз жемісті болсын. Рахмет. Мереке алдында азынаулар сый сияпатымыз сізді сау қиын, үнемі жұмыстасыз. Сондықтан осы сәтті пайдаланып отыра сізге. Рахмет. Мына кішігірім сыйлық. Рахмет. Қызметіңіз табысты болсын, жемісті болсын. Жалпы елге, халыққа жасап жатқан үлесіңіз, қызметіңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Всех женщин хочу поздравить с наступающим 8 марта. Пожелать всем здоровья крепкого, успехов во всем, чтобы дети у них были всегда здоровыми, семьи крепкими. Ну, всего самого хорошего, чтобы мужчины их любили. Праздником этот телеканал «Кызылжар». Спасибо вас с праздником. Крепкого здоровья. Спасибо, что вы делаете для нас, для народа. Будьте здоровы. Спасибо большое. Поздравляю всех женщин с 8 марта. С праздником женским. Желаю всем Петропавловску, города Казахстана, женщин с праздником большим. Женским днем. Праздником вас 8 марта. Желаем счастья, здоровья близких. Поздравляем вас со светлым праздником, Международным женским днем. Желаем счастья, успехов, удачи, здоровья близких. Тоже поздравляю всех девушек. Желаю, конечно, счастья, здоровья, благополучия всем, чтобы исполнялись все желания, мечты. Всего самого наилучшего.